Надо помнить тех героев, которые защитили нашу родину. Вот если бы не они, возможно, нас бы сейчас всех не было. Прабабушка Тоня, ей сейчас 95, она жива. И мне кажется, это замечательная идея с мемориальной доской, потому что детям увидеть фамилии своих прадедов и прабабушки, у нас тут целых трое, мне кажется, это вообще бесценная идея, просто замечательная. Каша очень вкусная, вон до сих пор молча доедают. Серьезно? Воевали оба деда, да, вернулись с войны, слава богу, живыми, но их сейчас уже нет в живых. Я еще не попробовал, я для ребенка взял, еще не успел попробовать. Сейчас вот буду пробовать, вы как раз-таки перехватили на этом самом моменте. Мы приехали из Волгограда, Сталинград, да, то есть для нас Великая Отечественная война – это очень важно, поэтому у нас однозначное мнение. Некоторые относятся к этому как к пафосу, как к каким-то показательным мероприятиям. Мы относимся к этому с душой и сердцем. Наш дед, дед моего мужа, мы его застали, он умер 93 года. Мои дети, то есть правнуков он увидел. Помнить, главное помнить, потому что это страшная вещь, война. Thank you.